Я бы не знаю, я бы убил вас всех, блядь. Уебаны. Уроды конченые. Выблядки. Блядь, ну я устал. Ой, ну... Знаете, гайс, знаете, что я вам хочу сказать? То, что я устал, реально. Знаете, вот знаете, не знаете. Вы меня не поймете никогда. Ни один человек в мире меня не поймет. Ни один. Нет такого человека. И нет слов, которые можно подобрать, чтобы описать, насколько я устал. Это невозможно. Знаете, ребята. Ай, пизду вас всех. Реально. Я, по сути, ничем не занимаюсь, да? Ну, реально. Ну, вот что я делаю? Я вообще ничего не делаю в жизни. Я, по сути, ничего не делаю. Но. Я так устал. Ну, мне кажется, мне нужно чем-то заняться. Я не пьяный. Но я сегодня купил 3 бутылочки вина, но я ни одну не пил. Бля, я, короче, купил бутылочку вина за 2500 гривен. Раньше я покупал бутылки за 5000, мне вообще было похуй. Еще купил за 2500, я подумал, ебать, шикуем, блядь, или че за хуя вообще, почему? Да не знаю, там продавец какой-то странный был, он такой говорит, типа, новое вино пришло, хотите попробовать? Я такой, да, давай. Ебать, мной так легко манипулировать, я не знаю. Мне кажется, если бы он сказал, не хочешь хуй ему засосать, я бы просто встал на колени и ссал бы ему хуй. Ну, мне просто кажется, я не хотел, конечно, такой, ну, у меня нет такого желания, но просто мне так кажется, типа, если бы он так сказал, я бы, ну. Ну, это как вот вас постригли, да, и, типа, говорят нормально, вы такие, типа, даже если не нормально, да нормально говорите. Ну, вы же не можете вернуть волосы. Вот. Вот, и вы сидите такие, ну, типа, ну, да, нормально, и потом... А можно эту мать выебу? Да, конечно. Вот так же с продавцами, мне кажется. Ну, вот этими консультантами, да, непосредственно. Мне кажется, если бы я был консультантом, я был бы вообще охуенным консультантом. Интересно, вот вы сидите, слушаете мою речь, да, сопли вот эти... Всю вот эту хуйню ебать, ну мне, конечно, похуй. Вот, но ребята, я не буду изменять традициям. Почему я должен делать так, чтобы вам было сидеть комфортно здесь? В первую очередь должно быть комфортно мне. Ну, я так считаю. Ну, кому вы нужны вообще в этой жизни, а никчемной? Вы никому не нужны, ребята. Вот, а я нужен. Я вношу импакт. Бля, Егор, я, конечно, все понимаю, но это уже слишком. Ты переходишь границы, я могу не отказаться. Я могу... Ой, блядь, точнее, я могу согласиться.
У меня всегда насморк, когда я засыпаю и когда я просыпаюсь. Это жизнь. Почему меня все обижают здесь? Ну, реально, вот, ребят, вот, что вы в жизни сделали такого, чтобы обижать меня? Человеку, у которого 5000 фолловеров на Твиче. Ну, guys. Ну, вы бы хотя бы знали, на кого, ну, в кого палку кидаете. А то потом может прилететь пуля. Ебать! Бля, ебать, я слова подбираю, охуеть. Боже мой, ебать. Бля, вы вдумайтесь, ебать, я крутой. Ну, это же просто пиздец. Вау, вау. Это просто... Это все на ходу. Это не записывай меня на листочке прямо возле меня сейчас. Бля, я не знаю, я бы, я не знаю, я бы, ну, я бы себе хуй сосал, просто бесконечно, просто, ну. Ребят, прошу прощения, что позвонил к вам в ролик. И да, это я, Человек-самовар. В общем, я к вам в ролик ворвался не просто так. Сейчас у многих дотеров проблемы с апом нового боевого пропуска в доте. Но мои друзья из Запеклуд решили этот вопрос своим Battle Pass Helper'ом. Все очень просто. Выполнил 60 квестов в БП Helper'е и апнул БП в доте до максимальной награды. Да, это не шутка. И да, каждый, кто выполнил все квесты, гарантированно получит на баланс Steam сумму, которая позволит апнуть БП до максимальной награды. Не знаю, как работает эта магия, но это работает. Ну и не забывайте про катакомбы на сайте. В них тоже можно фармить уровни БП и другие призы совершенно бесплатно раз в час. Ссылку и промокод на бонус к пополнению я оставлю снизу. И нет, я бы не лизал, я бы не сосал себе хуй, погодите, это как-то неправильно, скорее всего. Алла пишет, я бы тебе хуй отсосала в Геншине, но ты меня игноришь. Это пиздец. Это просто пиздец. Ладно, это пиздец. Пятняшка. Бля, ебать, у вас никнеймы. Тюбик. Ебаный рот, сукины вы дети, блядь. Я бы вас, сука, блядь, просто перехуярил бы всех, реально. Вы баны, у меня охуенный ник на Твиче. Даже не смейте пиздеть на него. Я вообще охуел, что он был не занят. Это просто пиздец. Какие же челы тупые. Такой легкий охуенный ник. Никто не спиздил. Почему? Ну, дай хай, охуенный же ник, вообще пиздец. Дай хуй. Ну, но это изи ник, он вообще запоминается, пиздец, изи. Ну, правда, есть один ник, который запоминается еще лучше. Мне кажется, есть такой. Сын шлюхи, например. Уёбище. Вот уёбище, бля, ну, ладно, стоп. Вы конченые. Ебаны. Я ваши жопы трахал.
Ебать. Прикиньте, ебать, я такое нашел. Блять, это пиздец. Тут Настя пишет, да, шлюхи тебе подходят отлично. Я захожу на профиль, там, короче, смотрите, первая фотка братишки, вторая курса, третья Акума, а четвертая ее глаз. Это пиздец. Коллаборация, нахуй. Ёбаный рот, откуда вы все беретесь? Если хоть еще одна, сука, тварь запустит эту телегу в ТикТок, я найду твою семью. И отниму у твоего отца работу. И буду работать вместо него. И обеспечивать вашу семью. Ясно? Но это был мини-рык. Бля, я не знаю, вообще вином бы уничтожил бы себя просто сейчас, не знаю. Я сижу с вами, общаюсь, вместо того, чтобы жестко пить вино, включить грустную музыку и сидеть, думать, почему меня никто не любит. Вот. А я сижу с вами, пытаюсь общаться, контакт наладить непосредственно. Для чего? Для чего? Когда в последний раз зарешил. Бля, ну неделю назад точно. Да дрочка это хуйня полная. Я 1000 раз говорил. После дрочки тильт какой-то нереальный, я не знаю. Ну впадлу жить, пиздец. И так впадлу жить, а после дрочки вообще хочется сдохнуть, я не знаю. У всех такая хуйня или у меня только? Мне кажется, у всех, но это ж типа пиздец. Ну а в чем прикол дрочки тогда? Ну, плюс дрочки в том, что, ну, как-то, когда прям вообще делать нехуй. Ну, прям вообще делать нехуй. Это прям, ну, прям максимально делать нехуй. Ну, это прям последнее, чем надо заниматься. Сел про какую-то дрочку у людей, спрашиваешь, тут всем по 12 лет, алло. А во сколько вы дрочить начали? А? В 14, в 16. В 4, блять, в 10, в 9, в 2 месяца. Бля, почему никто не додумался написать в утробе матери? Ну ладно. А все, уже можешь не писать. В 16:35. В 1:53. Бля, вы такие смешные моментами. Я не знаю, я бы вам просто, ну, я бы, блядь, я бы выебал ваш хуй своим ртом. Что? Да, но в основном вы тупые долбоебы, так что не расслабляйтесь, не расслабляйтесь. Ну, чтобы не перехваливать. Да, знаете, у нас неловкое молчание какое-то. Это, знаете, когда вы с девушкой сидите, да, допустим, и вы молчите, и вы не знаете, что сказать, а она просто раздевается. Ну, вы думаете,
Ну, оденься, холодно, пиздец. Вот у нас точно такая же ситуация. Я сейчас голый, да? А вы не знаете, что мне сказать. Ну, а я уже голый. И как будем действовать в этом, ну, моменте? Ну, я в идеале, правда. Бля, ссать хочу, пиздец, но я так охуенно укутался, пиздец. Не знаю. А кто как... А хотя, ладно, не буду спрашивать. Ты до сих пор играешь в Бравл? Хотите интересный факт? Я никогда в Бравл Старс не играл. Ну, реально. Без шуток сейчас. Мне кажется, это игра для хуесосов тотальных. Ну, прям выблядка. Ну, без негатива реально просто. Просто у меня такое впечатление сложилось, я не знаю. Потому что там челы постоянно в комменты какие-то вот эти посты кидают, там, где им выпал какой-то этот, блядь. Ну, какой-то персонаж, блядь. Вот. И у меня сложилось такое мнение, то, что играют малолетние долбоебы, прям отстал. Я не знаю почему. Вот. Бля, пиздец, нахуй. Я устал. О, я знаю, что делать. Я знаю, что делать. Я иду в Инстаграм читать читать сообщения. Точно, точно. Так. Так, хороший, хороший. Я тебя люблю. Скинь, пожалуйста, фотоотчет, когда проснешься, день 197. Жду роспись в Стиме, день один. Я бы отсосал. Ответь, день 26. Клоун. Кринж. Я бы трахнула. Я тебя люблю. Ты краш, я хочу тебя выебать. Ты согласен? Иди нахуй с своими фотками, ты никому не нужен. Так. Выложи к себе на канал. Подписчики этого паблика, вы хотите выебать админа? Нет. Так, мне написали. Скинули фотку и пишет, как тебе фоточка. А на фоточке красоточка. Так, ладно. Хуйло. Научи играть на свет, пожалуйста. Нет, тут какие-то неинтересные сообщения. Хватит придумывать какие-то фразы и делать вид, что тебе пишут люди.
Забаньте всех их. Пожалуйста. Я не знаю, гайс. Кто-то хочет пообщаться со мной? То мне одиноко. Ебать, тут фотки, конечно, не эти, я точно добавлять не буду, ну нахуй. Хотя впадлу как-то с вами контактировать. Ну да, что-то. Ну, Пашу можно добавить, потому что Паша серьезный человек какой-то. О, привет. Добрый вечер, Павел. Как дела у тебя? Грустишь? Ну, молчание, знак согласия. Я совсем один. Одиночество — это не выход. Нужно найти пистолет и застрелиться. Осуждаю. У меня нет пистолета. А что есть? Хуй. А чем ты колбасу режешь? Ну, я не режу колбасу, я ее сразу ем. Прям так? Ну вот, да, прям. Пол от магазина. Ну, когда как? Ну, по вторника. Че? Я молчал. Послышалось. Ну да. Паша, ты правда dead inside, drained, depressed, paranoid, broken, tilted, эпилептик? Ну, paranoid вчера прошло. Как? Меня трясётся рука. Чё? Меня трясётся рука. Почему? Мне страшно. Не бойся, я рядом. Правда? Ну да. Меня час назад... Чё? Прикинь. Говорю, ты час заминировал. Кто заминировал? Ты сейчас прилетел на суицид. А, осуждаю суицид. Я тоже. А чё одобряешь? Суицид. Чё ты сегодня ел? Я... Да так. Ничего. А ты? Этот... Вареное мясо. Как это называется? Забыл. Чё молчишь? Говорю, вареное мясо. Пирожок вроде. И как? Ну, говно. Говоря. Я говно. Правда? Нет, это ты еще должен сказать нет. Ты нормальный. Правда? Ну да. Сейчас о чем? А? А? Говорю, о чем? Жди. А ну помолчи. Помолчи. А ну, алло, Мелисса. Мелисса, ты тут? Долго не молчать. Тихо. Да. Мелисса, алло. Да, привет. Батя, тихо, слышно. Что у тебя со статусом? Да, нормально. Кусакайби. Короче, ты теперь женщина Паши. Паша, я тебе тёлку нашёл. Чё? Откуда она родом? Откуда ты родом, слышь? С Украины. Паша, ты откуда? Я тоже. С Украины. О, и продолжайте.
С какого ты города? Луцк, говорит. Ну, я с Николаева. Он с Николаева. Хорошо. Она рада. Чувствуешь мои мысли? Ну и чтобы слышно все было. А, понял. Все логично. Ну, продолжайте, продолжайте. Кто чем занимается? Ну, что вы как... В доту играю. Меня... Блядь, Мелисса, что у тебя с микрофоном, сука? Почини, блядь. Блядь, я не знаю, чего. Ну, головой попробую побиться. Ой, не надо. Ладно, сейчас мы тебе... Сейчас, Паша, мы сейчас найдем тебя. Я в тебя не сомневаюсь. Владочка, алло. Владочка, разговаривай. Сука, разговаривай или забаню? У тебя 2 секунды. Блять. Ой. Алло. Алло. Привет. Привет. Не здесь дома. Ща... Мы ща найдем, мы ща найдем. Слышите меня? Да. Да. Я все это время разговаривала. Понятно, ебло закрой теперь. Давай, спасибо. Паша, спрашивай у нее что-то. Влада, привет. С какого ты города? Здравствуйте, здравствуйте. Блин, слушайте, вы меня забаните, я из России. Паша, что делаем? Ну, у тебя... Посочувствую. Что? Говорю, ты с мальчиком общалась в жизни? С кем? С мальчиком. Рундук? Конечно. Сундук для рун. Рундук. Кикать. Кикать? Да. Пошла нахуй. Алло, ты же с Украины. А город? Всех тихо слышно. А меня? Нормально? Брат, Паша, тебя лучше всех слышно. Если у меня в сердце. Да блин, я прям в микрофон говорю, что он меня не слышит. Что, правда? Да. Ну, я сум. Да, вот я реально плохо слышно. Ну да, я реально хуево слышно. А ну сейчас. А так лучше? Нихуя не поменялось. Блин. Можешь заплакать? Пожалуйста. Что? Плачь. Значит, не плачь. Я не плачу. Никогда? Никогда. Зачем плакать? А если, ну, рукой приложиться? Нежно. Да нет. Не. Что? Зачем? Не надо. Как это? А как вывести тебя на эмоции? Ударить. Ну так. Не бывает такого. Бывает. Знаю, что такое эмоции? Ну, тебя когда дойку ставили в втором классе, ты плакала? Что? А, нет, тебя когда ставили плохой смайлик, ну, Мишка недовольный был у меня. А, ну да, было такое. Я плакал. У нас новая женщина, так, а ну, прочитай ее, Ник. А где? Я не вижу. Лянчик. Общайся. Алло. Привет. Алло. О, я, ну, неплохо слышно. Алло, ты из какого города? Алло. Я из России. Паша, что делаем? Дисквалификация. Дисквалификация. Все, блядь. Подожди, я научить Python? Че? Меня информатик в школе Python учил. Прикинь, меня появились первые фанаты. Мне в личку пишут. Слушай, Паша, у нас тут этот, у нас женщины закончились, что делать будем? Не, подожди, я сейчас уберу. Да ты не сможешь, тут у меня по-баганному. Алло. Ну, бро, чё осталось, бери. Может, всё-таки, ну вот, MP-то суть есть? Женщину за попу хочется, да? Ну, немного.
Ну, женщина, ну сейчас попробуем поискать, брат. Сейчас реально. Так, а ну, зачем они поднимают правую руку? Руки подняли все. Ой, вроде нашел. Вроде нашел. То, что она пьет, это моя сперма. Это точно не женщина. Emptiness. Алло. О, да. Оба, с первого раза. Да. Ну, чем занимаешься? Че? Чем занимаешься? Я в дот играю. Пожалуй, все. О, прикольно. Паша, ты с козырей начинаешь постоянно. Тебе нужно завлечь его, знаешь, типа. Ну, я там занимаюсь делами какими-то. Я просто привык, что большинство людей падает или ноги при виде меня. А, ну тогда ладно. Ну, у тебя вот арка еще такая серьезная. Ну да. Мне тоже нравится. Ей 3 года. Ну, продолжайте, продолжайте. Ну, сколько тебе лет? Мне 16. Угу. А тебе? Ну, ты если что, подпишешь бумажку. Ладно. Только я далеко не на себя. А с какого ты города? Я с Питера. А, вот так вот, да? Ну, вот прости, вот, пожалуйста. Сразу с козырей начал, и видишь, сразу сливаться начинает города. Да ну, нет. Ладно, ладно, если не знаю. Знаем мы таких, Павел. Мы уже переехали миллион от меня. Поэтому, знаешь, зря ты с козырей начинаешь. Вот, да, ну, соз, текс. Алло. Да. Да хоть вообще слышно тихо. Нормально слышно? Ну да, да. А так? О, так лучше. Да, намного лучше. А это ты на фотках? Да. А почему ты на крыше и до сих пор жива? С чего? На фотка на крыше, и ты до сих пор со мной разговариваешь. Тебе не кажется это странно? Фотка на крыше. Ты думаешь, она привидение? Ты точно настоящая? Дата рождения назови. На 6, на 4, на 6. Че? Угу. 16. Что? Паша, нет, сразу пора. Давай город спрашивай у нее. Ты с какого города? А ты по фотке пойми. А, по фотке. Угадал? Что еще раз? Я дома сижу 6 месяцев, ты думаешь, я знаю, что такое город? Ну... Я знаю, что такое компьютер. Хочешь, пиши его тебе. Чего? Бля, кикни. Да ты не говорить не умеешь. Реально? А что ты молчишь тогда? Так. Бросишь, сложности у нас. О, няшка, это точно женщина. А, не, пизду, это не женщина. Бля, я добавил или нет? Вроде нет. Главное, в жизни так не ошибиться. Так. Слышишь? А. А как тебя зовут? Миша. Ладно. У тебя было? Михаил, у вас было такое, что давишь на плеч? Тихо, я женщину нашел. Я женщину пиздатуру нашел тебе, все. Ты что про женщина? Алло. Алло. Без ника. У тебя нет ника. Ну, то есть ты прав тоже. Алло. Это твой код? Алло. Алло. Ты в школе? Слышно? Нет. Ой, а теперь? Теперь, да, реально слышно. Слышно? Да, точно. Отлично. Уверен. Ну, откуда ты? Как? С Казахстана. Ага. А можно подымут руку только те, кто с Украины, желательно с моего города? Ну, очевидно, что здесь 90% таких. Да, пожалуйста, займитесь этим. Модерация.
Ну, у тебя, ты же имеешь доступ к местоположению подписчиков? Ну, конечно. Ну и к банковским счетам, соответственно. Я сам подписывал. Такое не раз. Ну, смотри. Ну вот, смотри, Ульяна есть. Ты видишь Ульяну? Или Сия? Михаил? Ой, блядь, Ульяна, алло. Ульяна. Это всегда так, когда даешь право разговаривать и не молчат? Ну да. Прикольно. Ульяна. 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 Да сука, тупая, блядь, пизда нахуй. Сейчас другую найдем, брат, не беспокойся, это дело времени, а время нас не касается, когда мы рядом. О, ну да, я живу в будущем. Это Сия. Сия, блядь, это как... Алло. Это Саша Яша? Да, это Саша Яша. Паш, ну я с Николаева, привет. Серьезно? Какой район? Да. Соляные. Охуеть, я говорю, чел и телку нашел, ебать. Не, ну не, я далековато. Да, ты где? Ну, Октябрьская. А, ну, да нормально. Но ты сейчас ты сам? Ты не приедешь, тебя застрелят. Ты нормальный, блядь. Ну, мы договорились 90%. Ну ладно, я в Киеве вообще сейчас нахожусь. Ах ты, сука, блядь. Да, может, все-таки... Ну, не, ну я с Николаем. Глотку. В интернете. А Паша не хочет ждать. Паша хочет сразу женскую попу потрогать. Сегодня же. Тогда выезжай, выезжай. Чтобы я вышел на улицу, и ты уже стояла у порога без одежды. Нет, она должна к тебе прям под дверь приехать. У меня мама дома. А, ну... Могу... Ее. Ну, не маму, а ее. Чтобы она... Чтобы ее ноги не было в моем доме. Ну, блядь, тогда хуй знаешь. Ну, у тебя есть второй шанс. И что делать? Купить завтра билет на поезд. Оплатишь? Нет. Блять. У меня аккаунт есть. Могу ним оплатить. А выплаты ВПО я пришли? А? Выплаты ВПО пришли? Долбоем, то есть обзывательство. Не, прости, зачем, не, прости, я так не буду, все, прости, прости. Это недопустимо. Блять, ну тогда ладно. Это унизительно. Ну, я не знаю, ну что мне это, ноги поцеловать? Пожалуйста, да. Ну тогда завтра уже. Не, Паша, я уже еще замену, Паша, ты пока развлекайся. Я это не время. Она пока что ничего не подозревает. Она даже не думает об этом, пока мы уже ищем нового человечка. Ну, да, уже на подъем. Не, ну ты уже помни, откуда я, ну типа, реально. Ну, честно сказать? Честно. Может, пиздеть, в принципе. Ну тогда да, тогда важно очень. Угу. Ну, типа, я тоже думаю, что очень классно, на самом деле. Ну, ты не врешь. Тебе нельзя. Ну, типа, реально. Не-не-не-не-не. А, ну ладно, тогда верю на слово. Ну, Миша попизже будет. Сори. Я не Миша, если Миша, я не знаю, какого ты женщина. Ладно. Элла, алло. Элла, алло. Пиздец, наконец-то. Наконец-то, все, давай. Страшно. А что делать, что рассказывать? А зачем тебе Телеграм премиум? Опа. Ну, знаешь, у этого тоже есть, у стримера. А у меня нету. Неправда. Неправда. Ладно, а я просто ёбываюсь. Могу себе позволить. Нет, я запрещаю. Чё? Правильно. Охуеть. Туда её, Паша. Это женщина. Так, пиздос, так, что? Доминируй, ты Паша. Давай, показывай свою превосходность. Давай. Элла, ты из Казани? Нет, я вообще не с России, не с этой, я с Финляндии.
Пошла нахуй сразу. Так. Гнида. Ладно. Я думал, мне показалось, что реально не гнида. О, то, что у тебя написано, это правда? Алло. Да. Ты гнида? А как тебя так называют? Алло. Ну, отвечай на вопросы. Пожалуйста. Не страшно. Не бойся, почему? Паша рядом. А я возле Паши. Нас двое. Гнида, как тебя зовут? Диана. А почему ты подписалась гнидой? Тебе так комфортно? Паша, прошу прощения, что перебиваешь диалог. Но у нее парная аватарка. Что ты на это скажешь вообще? Как ты на это отреагируешь? Может, она лесбиянка? Там вроде женщина. Оп. Да, я лесбиянка. Паша, а как? Это же шанс на двойной джекпот. Я люблю джекпоты. Почему она опять молчит? Теперь мне страшно. А прикинь, если сейчас сидит твой парень и смеется с нас. Да ну, какой? Да я ему ебло сломаю, блядь. Того парня нахуй. Да я тебя еще ебал. Кто, блядь, над Пашей смеяться будет, я лично приеду и на колени встану, чтобы так не делали. Они в чатах ха-ха пишут, я просто... Нет, не пишут. Ну теперь пишут, но чтобы побесить нас, но не обращай внимания. Иметь право голоса. Алло, гнида, а ты тут? Да, я тут. Паша, давай, действуй. Так откуда ты? Я... Алло, женщина. Из ДНР. Ага. И как там? Тепло? Ну, нормально. Ну, ты сейчас в чем одета? Я сейчас в футболке. Да. А в трусы? Конечно, есть. А фотку Паши можно в личное сообщение отправить? Ну, в качестве пруфов. Ну, проверка. Ну, Паша просто за серьезные отношения без вранья. Да, Паша? Ну, да. Нет, у меня есть девушка, извините. Что? Что? Повтори. Я не слышал. Я лесбиянка. Не ври. Фу, блядь. Еще бы сказал, что хуй сосешь. Или нет? Ну, она скучная. Ну и да, она какая-то скучная. Да, я душнила. Заебала всех уже. Вот зачем они руку поднимают? Они заходят в чат. Я без понятия, брат. И будь я женщина, я бы просто приехал бы к тебе прям, блядь, под дом твой. Да. О, ну... Точно женщина. Это не женщина, это пытаются обмануть тебя. Не верь таким. Точно? Я таких, бля, знаю, пиздец, сам таким занимался. Ну, в жизни ты на таких не натыкался, наверное. Иначе ты бы сейчас не сидел. Естественно, нет. Так, бля, это баг, вот он что-то не принимается. Мария. Юлию. Я ее тайный поклонник. Мария, алло. Мария. О. Алло. Привет, как дела? Привет. Нормально, у тебя как? Какую музыку ты слушаешь? Разную, а ты? Меломан, ну да. Ну да, такой. А дабстеп? Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Ну, насколько еще? Музыка с вами или без? По процентам. По процентам? Ну, где-то 70. Продолжи трек. Ты спросишь, что мой идол? Сука. Дезер. Что там дальше? Ну, это позер. Да. Я же сказала, что я 70%. Ладно, Паша, давай сразу вопрос главный, да и поехали дальше. С какого ты города? Санкт-Петербург. Вот откуда? Нет. Ну, видишь, Паш, ну вот, видишь, что время тратим на женщину, она оказывается вот, блядь, вот как, видишь, время в никуда потрачено. Без слайч, алло. Ну, на самом деле, меня просто в городе все меня знают, наверное, поэтому боятся.
Возможно. Бес, начало. Алло. Бес, а чего у тебя с голосом? Я болею. Паша обрабатывает это нужное дерьмо. Паша, давай, это женщина на расхват. Ты уверен? Бля, буду. Я в такой хуйне не ошибаюсь. Хорошо. С какого ты города? Я с Донбасса. Ага. Это тебе повредило чем-то голос? Или да. Это врождённый? Нет, повредило. А какая у тебя фамилия? Кориченко. А маму как зовут? Маму. Это грустная история. Человек забыл, как зовут маму. Я не хочу об этом говорить. Что с голосом? Не понял, ты что, парень? Нет, нет. А, послышалось, ну, смотри, я слышу все. У меня бывает такое после болезни. А, ну ладно. Паша, обрабатывай. Хорошо. Хуи сосала? Нет. Шлюха. А парень был? Нет. Шалава. Точно сосала. По-любому. Так уверенно отвечает. Я только в доту играла. Извините. На ком играешь? На разных. А КТС сколько? Да я не играю. Что это? А, то есть... брат пошел рядом. Строим разговор, да, Маня, я понял. Брат мешается. Что? Брат мешается, говорю. Пусть не мешается, потому что тут диалог с Пашей идет. Причем да серьезно. Я погнала уже его. Паш, ну пора, я думаю, вызывать ее как-то, ну, движения какие-то совершать. Мы можем пойти в доту. О, Паш, соглашайся. Ну, а какой ПТС? Я играю только по паблике. Привет, Пестухач. Еще одна женщина. Да сколько можно? Блин, столько Паш. Отстань от Паши. Уже конфликт. Ты отстань. Я первая к нему пришла. Паша мой, уйди. Нет, он мой. Он будет моим. Нет. Вот ты откуда? Павел, давай ты решишь. Я с Донбасса. Павел, ты далеко, я ближе. Я могу приехать, а ты не можешь. На Донбасс. Я могу прилететь. Я играю в доту. Паша, у них голоса похожи, пиздец. Так это один человек. А. Я с двух аккаунтов просто. Я просто хочу, я люблю Пашу. Охуеть, Паша, да тебя тут все уже любят, мне кажется. Все женщины твои. Паша, я люблю тебя. Сейчас я с трех аккаунтов зайду, чтобы с Пашей пообщаться. Привет, это я, твоя единственная девушка. На протяжении этих долгих лет я задумываюсь, что тебя любят многие, но это была я. Да. Паша, не порти атмосферу. Да, Паша. Ладно. Но я тебя все равно почему люблю. Я женщина молчит? Мне кажется, это обман. Я... просто сидят. Ты не женщина, ты мужчина, ты обманываешь. Женщина. Не правда. Я женщина. Сколько? Она не настоящая. Погоди, это не настоящая. Настоящая. Ладно, жди. Сейчас, Паша, порешаем. Сейчас, погоди. Ой, бля, я не могу, это пиздец. Ладно, я женщина, алло. Алло. Сколько тебе лет? 14. 14, да? Да. Михаил, действительно хотите этого разговора? Да. Да. Ты Михаил? А, то есть это был обман? Да. Нет. А ты откуда? Я Киева. Ну, могу тебе предложить купить мне поесть. Давай. Это не каждый может. Ну, у меня 27 гривен на карте.
Ну, у меня 7 тысяч. Ого, может, ты мне купишь покушать? Паша сразу с козырей зашел. Я купил аккаунт на прибавках. Я куплю аккаунт. Обрабатывай это дерьмо. На этих ПТСах. Чего? Чего? Блядь, я не расслышала. Ты лагаешь? Ну, можно мне перейти на английский, не знаю. Не, не надо. Ну, я просто за многие лонги еще шарю, если ты понимаешь, о чем я. Я вообще не шарю за английский, не надо. Я не пойму тебя. А? Я не шарю за английский, вообще тебя не пойму. Угу. А в каком ты классе? В 8-м. Ну, я взрослая, мне мама так говорит. Правда? Какой у тебя рост? А? Какой у тебя рост? 153. Нет, ну еще вина. У меня почти такой же. Только чуть-чуть выше. Ну, на сантиметров 50. Ого. Пусть Павел, ты здоровый, выеби меня. Ой. Шум какой-то. У меня? Не, был только что, ты не слышал. Павел, у меня 7%, давай побыстрее оформляй эту женщину и закругляемся. Мне 14, какой оформлять? Ну я могу вырасти ради себя. Ну, что? Да, ну да. Ну я могу. Мне на самом деле, ну 16. Уже, ну года 3. Ого, я могу паспорт скинуть. Возьмешь кредит. У меня тоже был паспорт в 14 лет. Только мне с ним пиво не продавали даже. То есть функционально паспорт. Мне 16. Я же сказала, что я могу вырасти ради тебя. Я могу вырасти ради тебя. Мне 16. Ну, ты говоришь, женщина настоящая, алло. Алло, привет. Алло. Эй, это обман какой-то. Ты не бросишь меня, хочешь сказать? Нет, я тебя никогда не прошу. Я тебя буду все время любить и при первой встрече там попу подвигать. Я сегодня написал женщине... Давай! Слышно? Ульяна, закрой бал, пока что. Да! Слышишь, так она была, типа, и научилась разговаривать. И до чего доводит. Чувство. Ульяна, из него есть. Да. Сколько тебе лет? Давай, перечисляй все свои плюсы. 7% осталось. Можно я тоже потом перечислить? Я из Николаева. Женщина, подожди. Что? Я из Николаева. Какой район? Блядь, я из Варваровки. Угу. Прям в самом конце. Что там интересно? Вообще нет. Я женщина, ты как оцениваешь? Это твой конкурент? Свои плюсы. М? Ну, я свои плюсы должна перечислить. Да. Алло. Короче, я пиздатый очень готова. Минусы? Че? Ну, блядь, рост, наверное. И все? Сальтуху делаешь. Рост, наверное. Сальтуху, но в итоге могу. Сколько ты зарабатываешь в месяц? Сколько я зарабатываю в месяц? Ну, смотря как это, ну, мама делает. Я в доту играю. А? В доту? Ну, я на лине играю. У меня чуть-чуть часов мало. Я в рейд боюсь идти. То есть меня там за хуй слезы посетили. Ну, я... минусы какие будут? Ну, быстрее. Что? Пожалуйста. У меня есть минусы. Ах, Ульяна. Ты, сука, шлюха, бля, ёбаный рот, ну я ебал. Он фанат Курседа. Кто? Кто это? Фанаты. Что? Подожди. Кто это? Ульяна, ты прикол? Брат, я порешал, я сделал выбор за себя. Вообще не понимаю, о чем эта женщина говорила. Фанат кого, блядь, что нахуй? Не понимаю. Да вообще хуй. Паша, обрабатывай. Слышишь? Лозер, да. Бел, типа Лозер Бел, вот это пригласи. Я видел, она в комментах смелая и лайкает всех. Чё, да я не могу,
У меня не показывает. Бля. Ну, обидно. Подожди, я тебя не показываю. А, не, нашел. А ну, погоди. Я добавил. Алло. Что-то молчит. Не, ну как обычно. А ведь я хотел ей написать. Любовное признание. А мне напиши. Тебе 14. Могу написать. Да мне, я же сказала, я выросла, мне теперь 16. Могу паспорт скинуть? Давай. Я кусками паспорт кидала. Ну, это на первое время. Потому что есть деньги. Сейчас. Ты можешь точку мне написать в ЛС, потому что у меня спамблок? Чего? Можешь точку в ЛС написать, у меня спамблок? Сейчас, секунду. Найди другую, пока она не видит. Пожалуйста. Да, сейчас. Да я нашел, она что-то молчит. Алло, сер, бел, алло. Молчит. Я не понимаю, они, ну, типа, тупые. Или что? Брат, не стесняются. Как это? Ну, я не знаю, вот так вот. Я тоже стеснялся, но я же поднял руку. Эля, алло. Привет. Ого. Ну, а можно? Я думаю. Как дела? Нормально. А ты в какой части комнаты? Как тебе моя попа? Что? Ну, Паша, это уже пошло. Подожди, ты мне отправилась? Давай, я написал. Ну, ты прости, я сейчас немного занят. Я, если что, оцениваю. Мне можно было скидывать фотографии всякие. Я понял. Ладно, не надо. А то накидайте гадостей. Я женщина, тебе комфортно, когда за твоей спиной обсуждаются отношения с другой женщиной? Ну, у нас могут быть свободные отношения, если ты хочешь. Ну, знаешь, что мне в тебе нравится? Что? То, что ты... Как тебя зовут? Юля. А, это мне нравится. Спасибо. Мне очень твое имя нравится. Какое? Ну, тебя же Паша зовут? Нет, это я его так называю. Только. Тебе нельзя. Ну... Ладно, мне очень просто нравится твой ник. А человек на аватарке нравится? Человек? Ну, ему 3 года уже, по-моему, нет. Что? Че? Ну, да, нравится. Но ты больше. О, слышишь, видишь Мелиссу? Давай Мелиссу. Мелиссу? А, вижу. Да, она была, не. У нее микро уебищный. Ну, Катю давай, вот Кать есть. А, вижу Катю. О, у нее Рей на аватарке. Правда, следующие аватарки печальные. Не, пизду, не это риск. Ладно, горе с ним. Алло. Бля, она опять молчит? Алло. О. А можешь как-то погромче все сделать? Нет, не могу. Совсем все плохо. Ну, прикольно. А откуда ты? Я из Харькова. Ого. Да, хороший. Подожди. Сколько тебе лет? 19. Не, ну, это серьезное заявление. У тебя был... Ну... Трахалась? Почему? У тебя тоже она молчит? Молчит, да. Катя, алло. Катя, алло. Да, вот как только появляется шанс, он всегда пропадает. Ну, потому что мы слишком быстро начали обрабатывать. Надо по-осторожному как-то. Я думал, ты сейчас как-то... Мы пугаем их таким образом, мне кажется. Бля, она вышла, прикинь. С позором. Ну, надо было поосторожнее действовать. Ну, как это? Мне же нужна женщина. Погоди, она поднимает руку опять. Алло.
Катя? Да. Ты обдумала свое поведение? Тут, да. Тут Паша спрашивал, трахалась ли ты? Да. Паша, что мы делаем? Это отмена. Да какого хуя? А почему я не трахался? Я тоже не понимаю, Паша, мне 28 лет, я девственник, как это вообще происходит? Я соврала, я просто хотела подольше поговорить с Пашей. А я не хочу с тобой разговаривать, мне отвратительно. Почему? Ты назвала ответ на мой вопрос, и я понял, что мне отвратительно. Очень. Извини. Или ты хочешь довести меня до пика злости? Нет. Ну вот. Я буду милой и послушной. В каком плане? Паша обрабатывает это дерьмо. Катя, Катя, ты ему дашь попу потрогать? Почему? Думаю, рановато еще. Можно то есть так? Когда мы встретимся в Харькове. Угу. А если может, я не наоборот, ты приедешь? Катя, я привык, что понятно, как общаться в прошлом дне. Я стою на месте. Да, Паша приедет. Откуда Паша? Из Миколаева. Ну, он же говорил, что не я просто недавно только зашла. Извините. Из Миколаева. Ты решила хайпануть. Я с первых секунд услышала твой голос и поняла, что это судьба. Я капец идиот, вот, да, вот только сидят, нахуй слушают. Дебилов ебаных, пиздец. Че? Так, это Соня что-то... Нихуя не Соня, блядь. Подожди. Меня сейчас шиза или он реально мой голос понял? Паша, а когда ты приедешь в Харьков? Никогда. Почему? Из-за тебя. Очень обидно. А когда ты уедешь, может, не приезжать, я подумаю. Меня сейчас нет в Харькове, в принципе, можешь приезжать. Тогда можно... Что? То есть ты меня набрала? Паша, у меня 3%. Ты себе женщину нашел уже или нет? Сейчас я нахожусь в другом месте. Не-не-не, давай другую. Самое время посетить. Они не подходят. Так, посетить? Сейчас я под рукой поднимаю женщину, которая не видали... Ну, вот это нужна тебе? Я женщина, которая... Пожалуйста. Не? Ну, пожалуйста. Нет, стой. Пожалуйста, ну, я буду... Я разрешаю. Как мне тебя заинтересовать? Я буду делать все, что ты скажешь. Лишь бы ты выбрал меня, пожалуйста. Умоляю. Слышишь? Можешь мне... Да. Тысячу? Давай, короче, я накоплю и сразу тебе скину. Mm-hmm. Правда. Mm-hmm. Без обмана. Хорошо. Спасибо. Напишешь. Спасибо. Хорошо. Все нормально. Давай быстрее. Давай быстрее. Так, Тася. Привет. Привет. Ты откуда? Я с Украины. Ну, это понятно, город какой. Это понятно, блядь, говорит. Ну, откуда из Зеленского? Блядь. А у тебя случайно в инсте не Олег написано? Нет. А что? Ну, просто был у меня один случай недавно. Плохой. 2%. Паша, быстрее. Я, да, это, да. Тебе сколько лет? Мне 16. Ага. Ты готова дружить сначала? Один день? Готова. А потом что? Ну, потом секс. Наркотики. Ой, осуждаю. Ого, нихуя себе. Не-не-не, наркотические вещества мы не одобряем. Не одобряем, естественно. Не одобряем, осуждаем, конечно, такое. Тася. Что? А расскажи анекдот. Блин, честно, я не умею шутить. Давай ты расскажешь лучше. Ну, ебутся как-то два клоуна. И один второму говорит, что-то же нихуя не смешно. Смейся. Тася, смейся, или он тебя убьет, сейчас нахуй. Ножом. Во. Ну, это было наиграно. Не слышал это? Ну да, это да, это как-то было не это, не по-честному. Я так понимаю, когда у меня родственник умер. У меня 2%, а сейчас скоро один будет. Но один всегда долго родится, поэтому, Паша, у тебя много времени, я считаю, как минимум минут 10. Это... Обработать. Ладно. Тасю. Ну, Тася вроде хорошая. Тася, у тебя был секс? Не с мужчиной? Не точно? Не а почему?
Ну, рот ставлю. Потому что не было такого. Чей рот? Мой. Ну, по-моему, это слишком. А ты ебался? Вопрос к тебе. А, подожди, а сколько тебе лет? 17. А, ну, пойдет. Ну, давай, назови меня неудачником. Почему ты? Если нет, все норм. Странно. Все, мое выражение считается иначе. Ну, понимаешь, как говорил Джейсон Стэтхэм. Ладно, не буду. А, ну, хорошо. А о чем ты хочешь пообщаться первое время? Ну, не знаю. Какие темы тебе интересны? Ну, смотри, я дома со временем сижу. Учусь. Правда? Да. Какой твой любимый предмет? Да, я в меди учусь. Какой там любимый предмет? Там пиздец нахуй. А, ну это сложно, да. Может, я тогда не буду тебя отвлекать от учебы? Да, не, похуй. Поебать. Готов бросить учебу ради меня? Да я на похуй учусь в меди. А, в универе, да? Не-не, я после 9-го съебалась. А. Ну, я тоже. Первое сходство уже есть, представляешь? Ну да, это хорошо. А ты детей любишь? Детей? Ну да. Ну как, 50. Вообще ненавижу. Я бы их убил. Ой, не убил, просто не люблю. Ну, бывает, чем сказать. Тут Паша 1%, Паша 1% быстрее надо как-то тебе. Давай. Хорошо, давай, кидай фотку лица, волос, быстро. У тебя минуты. Ну, это ко всем относится. И к Мише тоже. Сейчас кину. А можно видос? А, нет. Ну, быстрее. Я фотку скину. Сейчас, подожди, one second. Миша, авантюрная, выбирай любого. Ну, все скинула. Ага. Ага. Ну, это неподобающе. Почему ты голая? Блин, а почему ты всем это сказал? Я думал, все и так знают. Ну, блин. Я думаю, я иду сегодня один. Блять, нахуй. У меня телефон сел. Опять? Ну, я с компьютера. Угу. А как ты... Это ради кого сейчас было? Чтобы выключить эту хуйню, блядь.